Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и сегодня я решил выпустить небольшой подкастик, в принципе, уже объяснить и не объяснить, что там по поводу нового сезона, так как, если честно, если так уже думать, то, в принципе, меня уже вот это немножко задолбало, в принципе, я уже вспомнил, как разговаривать, да, если вы смотрели там предыдущие серии «Властелина колец», то я говорил там, что я поставил себе скобки, и мне, в принципе, было действительно очень сложно разговаривать, и зубы болели, и все такое. Но, в принципе, сейчас уже более-менее нормально. И вот по поводу нового сезона Пиксельмона. Как вот вы сейчас можете видеть, в принципе, последняя серия второго сезона Пиксельмона вышла 2 недели назад. То бишь, дорогие друзья, мы с вами вместе уже ждем более чем 2 недели новой версии Пиксельмона. И, в принципе, хрен его знает, когда она выйдет, но сегодня я вот пришел домой и зашел на сайт, и по поводу Пиксельмона, давайте сейчас как раз туда зайдем. И, в принципе, так, сейчас, секундочку, в принципе. А, вот, если так верить, вообще, что тут пишут? Так, ничего тут не включится сейчас, так как я помню, заходил я пару раз, и у меня как бы автоматически включалось, что-то кто-то там говорил, или я не помню, куда я заходил, но в принципе пофиг. И давайте сейчас, дорогие друзья, мы это все посмотрим, чё и как. Ну вот, я зашел, я уже просто прочитал просто-напросто вот, как бы, название, да, вот этой статьи, или как это можно назвать. И, в принципе, я когда прочитал, ах, ни хрена себе там, назначили там дату релиза, да? Ну вот, если так считать, давайте вот это все прочитаем. Ну, давайте все это, и я постараюсь перевести, но если я, ну, я думаю, вы и так все поймете. Ну, вот, например, они там говорят, что они уже наконец-то там анонсировали релиз Пиксельмона 3.0, да? И они там представили его в лайвстриме, и вот все такое. Идем дальше. Вот самая главная парт, которая, я в принципе не знаю, что еще думать, но они пишут вот тут, что они выпустят Пиксельмон 3.0 в субботу. Сегодня у меня уже в принципе пятница, но я записываю это в пятницу, но вот в это время, что у меня сейчас, в России уже почти 3 часа ночи, так как я говорю, у меня с Россией 4 часа разницы. Ну, в принципе, я думаю, что это видео выйдет в субботу, то бишь, уже нормально, можно говорить уже про сегодняшний день. Тут пишет уже в субботу, да, вот, суббота, Saturday, или как она читается. Ну, вот то, что хрен, сейчас давайте. И вот, как пишут, что они сразу там за лайвстримить, как они там выпускают новую версию, да, и вот, лайвстрим будет в 11 часов 50 минут по Лондону, то бишь по лондонскому времени. Я смотрел, какая нафиг разница там в Лондоне и с Москвой, да. Если так считать, то в Лондоне так, такое же время, как меня, я тоже офигел. Но, в принципе, вот сейчас у меня 22 часа ночи, в Лондоне тоже 22 часа ночи. В принципе, а в России сейчас 2 часа ночи 40 минут. Но вот в чем суть, дорогие друзья, я хоть тресни, я не могу понять, в какую нафиг субботу. Давайте мы посмотрим, рассудим, да, как они обещали, я уже говорил пару раз, что они говорили, я помню, после Нового года, сразу там 1 января, я вот, может, где-то вот тут статейка еще будет про новую версию Пиксельмона. Сейчас мы посмотрим. Но я думаю, они говорили так, что вот Новый год прошел, сегодня 1 января. И сейчас я посмотрю, где-то оно тут должно быть. О, вот где-то вот тут, вот тут, вот тут. Ну где вы вот это написали? Вот это 257, это еще не вот это. Вот. Вот этот пост у нас. Где он там? Вот, 1 января.
Так, если я помню, то сейчас. Вот они тут пишут, 20 покемонов добавлено уже более. И вот тут они пишут, что они пишут, что они, короче, ждут новой версии Forge, и вот Пиксельмон выйдет в течение 2 недель. Но я понял, что это вот такая приблизительная дата. Но, как вы заметили, прошло ни хрена не 2 недели, а прошло почти что уже 2 месяца. И суть в том, что много уже людей мне писало, я читал, говорили, вот, выйдет в пятницу. Хрен в пятницу. Выйдет там на следующую неделю в воскресенье или там в понедельник, еще на следующую неделю. Хрен что-то вышло. Выйдет там во вторник или в среду, хрен что-то вышло. Ну, в принципе, вот, наконец-то дата релиза, да, они пишут в субботу. Ну какой нормальный человек, и я вот сейчас просто сижу, думаю, никак не могу догнать. Какой нахрен нормальный человек будет писать дату релиза за день до того, как выйдет сам релиз, как что-то реализируется и выйдет вот этот мод. Ребят, да они писали, что через 2 недели выпустят там мод, а вот мод выходит через 2 месяца, хотя они анонсировали его месяц назад, 2 месяца назад. А вот сейчас, а не в пятницу, когда они вот это написали, тут не пишет время. Ну вот, 14 число у меня вот, ну, как раз... Так, что-то я нажал, не то. Итак, и в принципе, какой нормальный человек будет писать за день до того, как выпустится, как они выпустят мод? Нормальные люди, вот как они писали, да, вот, через 2 недели там выпустится мод. То бишь, они представили на мод, представили дату релиза, приблизительную даже хотя бы, за 2 недели до того, как она выйдет. А тут они тянули просто-напросто 2 месяца, и вот сейчас, они вот сейчас пишут, что они выпустят, уже назначили дату релиза, и дата релиза сразу завтра. Это что-то непонятно. Но если смотреть с другой стороны, то бишь через неделю, в следующую субботу, то бишь 22 числа, 22 января, не, февраля, какого нафиг января, то нормальный человек бы написал, что вот в субботу, 22 февраля, кто будет писать, выпустим в субботу, то бишь эта суббота может наступить еще через 2 месяца, согласитесь, дорогие друзья. Они бы написали вот в субботу, вот на следующую неделю. А вот так и не написали в субботу, значит в эту субботу. Ребята, я уже так заждался этого мода. Я действительно уже очень скучаю по этому моду. Я пытаюсь играть в Властелин колец, но как-то он меня не сильно тащит. Можно, в принципе, вот и так сказать. Не сильно он меня тащит, вот этот мод. Ну, в принципе, как видите, видео сейчас не очень часто выходит. В принципе, у меня и времени не очень. И, в принципе, то, что нету Пиксельмона и не очень хочется играть в Властелин колец. В принципе, я говорю, иногда можно, но не всегда. Но, ребят, если вот завтра, но уже можно говорить сегодня, так как это видео выйдет в субботу, если вот сегодня в 11 часов 50 минут по лондонскому времени, а в Лондоне такое же время, как у меня, или у меня такое же время, как в Лондоне, пофиг. То бишь через 12 часов выйдет мод. Если, ребята, я в ту же секунду скачаю мод, сейчас, еще его не выложили. Нет, ну вот, последняя версия, которую можно скачать, 2.5.7. Ребята, как выйдет мод, я его скачаю в ту же секунду. Я завтра сяду за комп, постараюсь там в 11 часов 45 минут и буду ждать до того времени, как вот должен выйти мод, да? Ребят, если он выйдет завтра, вот в эту пятницу, вот в эту субботу, какую нафиг пятницу, то я сразу же скачаю, дорогие друзья, и вот прям сегодня выйдет вот эта новая серия Пиксельмона. Я сразу же скачаю, сразу же начну новый сезон, третий сезон. И сразу же выйдет новая серия Пиксельмона. И, в принципе, что я еще могу сказать? Не дождались они Forge, и, как вы видите, 3.3.0 выйдет на версию 1.6.4. Может, это хорошо, может, это плохо, но я думаю, более
Не знаю, что я могу сказать, но, в принципе, посмотрим. Главное, чтобы вообще версия вышла в эту субботу. Вот сегодня, так как я уже, ну, просто нереально заждался. Я думаю, все заждались вот этой новой версии. Все будут иметь нереальное желание поиграть в нее. Если честно, мне уже просто нафиг не терпится поиграть в нее. И поэтому, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодня выйдет версия. Хотя я это записываю вот 22 часа ночи. Если я это выложу, может, где-то через пару часов, то я не знаю, сколько уже в России будет. В России это уже, наверное, утро будет. Но если вот так считать, то если вот сейчас, когда я вот это говорю, версия выйдет приблизительно где-то через 12 часов. И, в принципе, я сразу же скачаю, сразу же запишу одну серию, постараюсь, и сразу же выложу, только для того, чтобы сказать, что вот вышел новый мод. А потом я уже буду стараться записывать серии с новым модом, так как там, ну просто есть люди, которые говорят, там хреновую тучу новых покемонов добавили. Я не сомневаюсь, я на это надеюсь, и все на это надеются, я думаю. Всем будет очень приятно, нереально там офигенно играть с новой версией пиксельмона. Я на это действительно надеюсь, дорогие друзья. Все, что я хотел сказать, я сказал. Может, кто-то думает, что я уже повторяюсь одно и то же. Может, это действительно так и есть. Я просто вот когда, ну, стоит на душе, вот действительно нужно было высказаться, да? Все, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте видео. Пишите свое мнение по поводу вот Пиксельмона, ждете вы, не ждете, надеетесь, что он выйдет, нет или да. Всем спасибо, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. Ждем Пиксельмон.